Объемы строительства жилья в Хакасии в минувшем году превысили уровень советских времен, доложил сегодня Владимиру Путину глава республики Виктор Зимин. На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. По словам Зимина, сейчас активно реализуется программа предоставления жителям земельных участков. Кроме того, он сообщил, что практически решена проблема нехватки мест в детских садах. На встрече речь также шла о планах строительства нового металлургического завода на территории республики. По предварительным расчетам, этот объект может принести только в местный бюджет до 10 миллиардов рублей. Проект такой.